Мастера кунг-фу Ли Даню русские бандиты обманом заманивают в Москву, где он похищает для них из Пушкинского музея рукопись Тургенева. В ней, по мнению историка Неймана, зашифровано место, где спрятаны фамильные сокровища рода Тургеневых. Поняв, что его обманули, Ли Даню отказывается отдать рукопись и убегает от бандитов. Он вспоминает о своем русском друге Федоре и просит его о помощи. Тот прячет мастера в деревне и звонит в милицию, чтобы сдать нечаянно украденную рукопись. Но звонок перехватывают бандиты. Они заставляют Федора с Ли Даню показать, где спрятана рукопись. По дороге Ли Даню устраивает автокатастрофу, и друзья уходят от погони. Они сдают рукопись в милицию, и тут выясняется невероятное. Рукопись оказалась поддельная. Ли Даню отправляют в тюрьму, а безутешный Федор возвращается в деревню. Чтобы выйти на след бандитов, милиционеры решают инсценировать побег из тюрьмы Ли Даню и его брата Лиху. Ли Даню встречается с Федором, но друзья не знают, что в часах китайского мастера вмонтирован маячок, который позволяет бандитам знать обо всех его передвижениях. Федор с Лехой, так он теперь называет своего китайского друга, приходит в гости к Е Юй, у которой он однажды случайно переночевал, опоздав на последний автобус. Варвара, жена Федора, начинает подозревать его в неверности, а Федор, хоть и ни в чем пока еще не согрешил, начинает изворачиваться и врать. В это время бандиты Шерхан и Тусклый уже поджидают наших друзей у подъезда. Утром, по заданию опергруппы, Ли Даню отправляется в подмосковную гостиницу, где милиция заранее устроила засаду. Их задача – арестовать того, кто придет на встречу с Ли Даню. Но Моника, телохранитель царя, убивает бандита по кличке Тусклый в тот момент, когда он уже готов был назвать имя заказчика похищения рукописи. Тем временем Варвара проводит собственное расследование и узнает, где живет китаянка, у которой находится Федор. Застав Федора в квартире Е Юй, она устраивает сцену ревности. Е Юй уходит из дома и попадает в лапы бандитов, которые привозят ее к себе в логово. Девушка, а куда это вы так поздно собрались? Какая разница? Хватаем ее. Слушайте, парни, у тети плохое, очень плохое настроение, так что лучше вам не трогать меня. Барышня, ваше плохое настроение не дает вам права грубить взрослым дядям. Прошу в машину. Деревня-то, говорят, Федька дурак. А Федька, ну посмотрите на него. А какую он тебе бабу-то отхватил, а? С квартирой, москвичку зажиточную. Вот ведь молодец, а? Хвалю. Молодец, мужик. Ну ничего, большому кораблю, большое. Да что ты, Валька, да в своем ли ты уме? Ну что мне делать с этими бабами? Ну люблю я тебя. Люблю. И никуда уходить от тебя не собираюсь. Ну хочешь, перекрещусь-то, а? Ой, Федя, только не крестись, а? Плохо будет, не верю я тебе. Да пойми ты, друзья, мы с Юйкой, друзья, познакомились на улице, случайно, да. Да, я у нее ночевал. Ну, сама понимаешь, как автобусы плохо ходят. Потом на рынке помогал. Лифчики разгружать. Да? А ты откуда знаешь? Я Феденька, я все знаю. Вот ты, господи. Потом Леха сбежал из тюрьмы, вот мы и попросились на ночлег, ну и... Федь, ну не ври мне лучше, а ну не Федь больше нет. Варя! Леша, врешь, да иди ты. Ах!
мы и приехали. Не дергайся. Вот так. Не ори. Алло. Ах, вы подонки! Как вам не стыдно? Я ничего вам не сделала! Отпустите меня! Юй! Ты где, Юй? Ну что, слышишь? Твоя баба кричит. Только не волнуйся, это мои братки ее немножечко пощекотали. Ты слушай меня, урод! Если с ней что-нибудь случится, я тебе мру просто! А? Вот это уже совсем другой разговор. Практически деловой. Значит, слушай меня внимательно. Твой китаец? Сильно провинился перед нами, осерчали братки на него. Он теперь должен нам очень много. Так что завтра, как только он объявится... Уговори его, как хочешь, всеми правдами и неправдами. Чтоб сидел в твоей деревне. Да замолчи ты. Да в деревне твоей. И чтобы... Нос из дома не высовывал. Понял? Потому что кое-кто хочет поговорить с твоим китайцем на природе. Ты... Сделаешь так. Получишь девку обратно. Нет, отдам своим ребятам на съедение. Пока. Тебе что случилось-то? Фит, ты говори, не молчи, что случилось, да? Юйку бандиты в заложники взяли. Господи. Ты довольна? Ты довольна? Устранила соперницу? Довольна? Радуйся! Она нас как людей пустила в дом, как людей. Она Лехе паспорт за свои деньги. Этот паспорт фальшивый купил, чтобы он смог домой уехать. Она делала все, что могла. А ты, ты как ты могла подумать, что это чистейшая женщина? Ты фу, ты срам! Она другом была, другом нашим. Фенька, ну я ведь не знала. Да иди ты! Фенька, дура я ревнивая. Фенька, а что теперь делать, Федь? Слушай сюда, девочка. Плохи твои дела. Поняла. Ты посиди пока здесь. Подумай. Как твои друзья плохо себя ведут. Будешь хорошо себя вести, дам пожрать. Все. Алло. Зачем? Это очень важный звонок. Сейчас для меня самое важное – довести тебя до дома живым. Федя! Тихо! Тихо! Брат? Брат! Юйку бандиты в заложники взяли. Вейпин, тут у нас проблемы. Отпусти! Отпусти меня! Отпусти! Хороший рот! Отпусти! Вейпин, ну прекрати истерику. Сядь. Давай все обсудим спокойно. А я не могу спокойно. Жизнь ни в чем не повинной женщины под угрозой. Во время проведения операции едва не погиб мой брат. Мы в очередной раз упустили след преступников, а ты говоришь спокойно! Вей. Не на права. Нервами делу не поможешь. Сядь. У меня есть идея. Они хотят, чтобы Ли Даню оказался в деревне. В этом есть логика. В деревне им проще вычислить наше наружное наблюдение. Кроме того, у них там появляется возможность для маневра. Так что мозги у их пахана работают неплохо. Вэй, передай своему брату, чтобы он спокойно отправлялся в деревню. И ни о чем не беспокоился. Так что план с приманкой остается в силе. Откройте, откройте, гады! Сволочи, ублюдки, вы за это ответите! Гады! Выпустите меня отсюда! Открывайте, ублюдки!
не поможет. Я тоже стучала, так они драться начинают. А тебя, Аня, за что здесь держат? Не знаю. За глупость мою, наверное. За слабость. За то, что вовремя не смогла заставить любимого человека завязать. За то, что сама не пошла в милицию и не рассказала про эту проклятую рукопись. Это рукопись снова? А ты что, тоже что-то про это знаешь? Я хочу познакомиться. Я Июль, по-русски Юля. Про какую рукопись вы все говорите? Я на рынке торгую женским бельем. Но один мой друг, он сам из Пекина вообще-то. Однажды по ошибке он не специально какую-то рукопись украл. Ну а потом за ним гнались бандиты, и он отдал эту рукопись в милицию, и за это его посадили в тюрьму. Он из нее сбежал. А потом бандиты схватили меня. Я ничего не понимаю, но я знаю одно. Нам с тобой сидеть сложа руки нельзя. Нам надо действовать. И действовать вместе. Поэтому давай знакомиться. Елена. Я очень рада, Елена. Ты знаешь, где мы? Не нравится мне здесь. Мы с тобой должны сбежать отсюда. Боюсь, это невозможно. Я тоже не знаю, где мы находимся. Меня постоянно перевозят с места на место. Самое страшное, что я даже не знаю, где он, что с ним. Может, его убили уже вообще? А может, он вон за стенкой сидит? Знаешь, иногда я даже слышу какие-то крики. Не бойся, мы выкрутимся. Надо только верить. Елена, это дверь. Ты не знаешь, куда она выходит? Не знаю. А что ты хочешь? Тебя твой любимый все равно не спасет. Да и мои друзья. Вряд ли они доберутся сюда. Поэтому надеяться мы должны только на себя. Валерьянка, какое-то из успокаивающих средств и валидол. Ну что там, доктор? На самом деле никаких поводов для волнения. У него отличное здоровье, у него сердце 30-летнего мужчины. Но я бы вам посоветовал как можно больше положительных эмоций. Также смотреть комедийные фильмы, потому что все-таки был приступ. Также рекомендую калорийную пищу. Главное, чтобы не жирную. Хорошо. Лекарства я вам уже выписал. Хорошо. Да, кстати, сексом можно заниматься. Правда? Спасибо, доктор. Сколько я вам должна? Нисколько. Можете просто оставить автограф. Мне и моей жене. Давайте. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Разрешите, товарищ полковник? Ну, входи, входи. Нами осмотрен труп убитого бандита. Значит так. Смертельное ранение в область височной части. Это вам и без меня известно. Извлечена пуля калибра 7,62. Произведен химический анализ и баллистическая экспертиза. Выстрел был произведен с дальнего расстояния, где-то в пределах 300-400 метров. Стреляли из того же ствола, из которого была выпущена пуля, обнаруженная в прошлый раз в Пушкинском музее. Это снайперская винтовка HSK-PSG-1. Значит, есть кто-то, кто убирает неугодных свидетелей. Это классный стрелок. Мне кажется, в этой нашей истории третий участник возник. Это киллер. Только этого нам не хватало. Разрешите идти? Иди, Гена, поспи. Я оставлю это. Да, конечно. HSK-PSG-1. Дальнобойная самозарядная снайперская винтовка, предназначенная для ведения быстрого и точного огня
на небольших и средних дальностях. Используется в основном в полицейских подразделениях Германии. Для военного дела непригодно в силу высокой цены, большого веса и сознательно ограниченной практической дальности. Ничего удивительного. Снайперские винтовки – это моя страсть. Страсть? Ты, Выпин, разве не знал? Нина у нас чемпионка по стрельбе. А когда ты успела? Военная тайна. Я с юношеских лет стрельбой увлекалась. И, кстати, между прочим, именно с этой винтовкой я стала чемпионкой России. Но это было давно. Да. Ладно, давайте вернемся к делу. Что мы имеем? Все ниточки оборваны. У нас ничего не осталось. Если только единственный, на кого мы можем положиться, это вы, старший брат. Мой милый, обожаемый друг, наконец я сумел сделать то, о чем мечтал многие годы, для того, чтобы обеспечить счастливое будущее моей любимой дочери Пелагеи. Я уверен, что вы назовете мальчишеством этот способ, посредством которого я решил передать ей в наследство свой капитал. Однако, я так хочу, и зная вашу многолетнюю доброту ко мне, надеюсь на ваше прощение и деятельное участие в этом деле. Как много я должен вам сказать, как долго я не решался этого сделать, но полно. Завтра же с курьерской почтой я отправлю вам письмо, над которым работал много месяцев. Теперь оно готово. Из него вы узнаете все то, что я так хотел вам сказать лично, но решаюсь высказать только пером. Вот как вы думаете, Иванова, что имел в виду Иван Сергеевич? А? Дорогая Ниночка. Спасибо. Иван Сергеевич, как известно вам, многие годы питал нежные чувства к Полине Виардо. Но положение его было, увы, безнадежным. Рядом с ней был любящий муж, и Полина тоже его любила. По крайней мере, эта умная женщина сделала все, чтобы в истории осталась именно эта трактовка. И нету здесь, Ниночка, никакого секрета. В письме, о котором говорит Тургенев, он обещал сделать решительное признание в любви даме своего сердца. Нет, ну, а наследство, которое предполагал он передать каким-то необычным способом? О чем это он? Какой способ? Здесь, многоуважаемая мисс Марпл, нет никакого секрета. После смерти маменьки он стал сказочно богат. А поскольку у него никого не было, кроме незаконно рожденной девочки от крепостной портнихи и самой Полины Виардо, то он по очереди продавал все свои имения, а деньги переводил на счета Полины Виардо, которая обещала заботиться о его девочке. И много денег передал он таким образом Полине Виардо? Много. Очень много. Все имения он пустил с молотка по недосмотру приказчиков. Только родовое поместье Спасское Лутовиново и осталось. Что ж, получается, что Полина Виардо раздела до нитки Ивана Тургенева? Я же вам сказал, это была в высшей степени мудрая женщина. Внимание! Командовать парадом буду я. Ну, не распускать. Значит так, если эти ваши бандиты решили приехать сюда... Ничего, нехай, пусть приезжают. Встретим их как надо. Так, перво-наперво надо выставить часовых. Значит, Ванька, будешь у нас часовым. А что сразу Ванька-то? Так, отставить разговорчики. Обязанности часового, знаешь? Слушай, в армии не служил. Говори. Часовой обязан бдительно охранять и стойко оборонять свой пост, нести службу бодро,
Отставить. Ответ неверный. Что ж неверный? Ты устав открой. Да что мне твой устав-то? Я сама знаю первое правило часового. Значит, не пить на посту. Раз. Во-вторых, не спать на посту. Если я тебя с чекушкой увижу, я тебя прибью, понял? Понял, я понял. Вот так. Значит, Федор, твои обязанности. Следить за тем, чтобы Ванька не пил на посту. И не спал. Подготовь оружие. Подручные средства разные. Грабли, лопаты, вилы и... дедово ружье. Охотничье не забудь, чтоб все было в надлежащем виде. Ну, а вы, Алексей, вы отдыхайте. Вам нужно сил набраться. Вам тяжелее всех в этой схватке придется. Так, значит, все это убрать. Я буду готовить обед. Ну-ка, быстро к колодцу за водой. Вань. Бегом, бегом. Чего сидишь-то, расселся? Попили чайку. Расселся он тут. Все, пошли, 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 пошли. Пошли, бегом. Петр Иванович, извините за беспокойство, но дело срочное. Братва докладывает, что китаец наш уже в деревне. Да, как вы и предполагали. Нет, наблюдение за домом китаянки сняли. А что там наблюдать-то? Она у нас в подвале сидит. Да, как вы и распорядились. Ну, я думаю, надо брать. Пока он с ментами не снюхался. Короче, Николай Петрович, не торопись, там, я думаю, это дело может подождать еще дня 2-3. В общем, и не спорь, не торопись, и я... не старайся, Петрович, и даже не проси. Ну, до связи. Угу. Доктор что сказал? Доктор сказал, 3 дня никаких дел, никаких телефонных разговоров. А докторов надо слушать. Так... Кстати, ну пора пить лекарство. Да, лекарство. Давай, открывай ротик. А доктор еще сказал, что, в общем, заниматься сексом можно. Я смотрю, пациент гораздо серьезнее, чем я ожидала. Открывай рот. Доктор еще сказал, что вам нельзя волноваться. Да, а потом, знаете... Я что-то как-то не припомню романтический вечер при свечах. И в-третьих, сексу. Я лично предпочитаю любовь. О, Господи. Ну, да. Есть лишь любовь? Нет секса на земле. Спасибо. О, quelle fille là-bas. Oh, oui. D'accord. Вот он. Давай, как я тебя учил. Не бойся, давай, давай. Ну, Саш. Все будет хорошо. Давай. Oh, je ne connais pas. Oui. Oh oui. C'est fini. Au revoir. Господин Плюшар? Слушаю вас, мадемуазель. Я вас так долго искала. Право же, я теряюсь в догадках. И чем же я мог заинтересовать такую красивую девушку? Ну, вы меня пока не интересуете. А вот мой брат, как только узнал, что вы в Москве, он мне все уши прожужжал. Давай познакомимся с месье Плюшаром. А что такое? Почему я так интересую вашего брата? Мой брат просил вам передать, что у него есть очень интересное предложение для вас, от которого вы не сможете отказаться. За газеткой спрятался, стесняется. Он такой у меня скромный. Неужели? А вот он, братец. Месье Плюшар. Очень приятно. У меня такое ощущение, что я вас уже где-то видел. У вас знакомое лицо. А вы знаете, мир коллекционеров, он очень узок. В этом нет ничего удивительного. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь.
Месье Плюшер, у нас с вами не так много времени, поэтому не буду ходить вокруг да около и начну с вашего разрешения с главного. Мне нужна от вас рукопись Тургенева, Ермолай и Мельничиха. Я сейчас позову полицию. Зовите. Вот смотри, в этом письме Тургенев пишет о том, что он придумал какой-то нестандартный способ передачи всех своих денег дочери. Вот смотри, завтра с курьерской почты я отправлю вам письмо, в котором и будет описана эта схема. Но находящееся в архиве следующее письмо написано так, как будто схема уже передана. Понимаешь? Понимаю. Но тогда где же оно, это письмо? Ну, я и спросила в архиве, где письмо со схемой. И знаешь, что они мне сказали? Что у меня ментовские мозги. О том, что просто Тургенев, он признавался в любви таким образом, парень Верду. А деньги направлял самым обычным способом, по почте. Нина, ну а если ты тут что-то действительно выдумала? Ну, может быть. Может быть, у меня и ментовские мозги. Может быть, я старый солдат, я не знаю слов любви. Но мне кажется, что именно в этом письме кроется разгадка тайны нашей рукописи. Ну, выпьем за здоровье. Да, конечно. Я хочу предложить вам сделку, месье Плюшер. Я не бизнесмен, чтобы заключать сделки. Я хранитель музейных ценностей. Потрудитесь изъясняться конкретнее. Хорошо. Месье Плюшер, вы даете мне рукопись. Часа на два. Ну так, почитайте. А я вам гарантирую, что верну ее в целости и сохранности. И, к тому же, раскрою вам тайну этой рукописи. Извините, молодой человек, мне пора идти. Приятно было познакомиться. Месье Плюшар, в таком случае рукопись будет украдена. Что? Исчезнет навсегда. К тому же, вы не узнаете, почему один человек платит очень большие деньги только для того, чтобы почитать эту рукопись. Кстати, месье Плюшар, у вас в бокале яд. Вижу, ваш деловой партнер вас не обрадовал. Скажите, а вы ведете учет доступа к этим письмам? Ну, конечно. Угу. У меня там карточки, начиная с 46-го года. И что, здесь есть имена тех, кто брал письма на руки? Ну, у нас, конечно, не милиция, но порядок милицейский. Здесь фамилии, адреса и даже номера паспортов. Все здесь. И много было желающих? К сожалению, сейчас мало кто интересуется первоисточниками. Всем подавай хрестоматию, суррогат. А какой период вас интересует? А давайте с самого начала. Вы умрете минут через 10 от сердечного приступа. Я пошутил. Ну, пошутил. Я уважаю ваше желание уйти, месье Плюшар, конечно. И что за тайна? Месье Плюшар, ну что вы? Вы забыли. Это вы мне вначале приносите рукопись. Уж потом я раскрываю тайну. Вот так. Что я должен делать? Вы должны завтра прийти в одно назначенное место. Там буду я и еще один человек. С вами должна быть рукопись. И я вас очень прошу, давайте без самодеятельности. Мы примем только подлинник, месье Плюшар. Вот такой обмен произойдет. А почему я должен вам верить? А у вас нет больше другого выхода.
Да, месье Плюшер. Вы простите меня за эту дурацкую шутку с ядом. Что ж, бывает. А у вас в бокале было всего лишь безобидное слабительное. Вот так? Ну как? А ты? Порядок. Провел небольшую психологическую атаку. Посидит в сортире, а там видно будет. Ну а как найти этого человека, знающего секрет рукописи? У меня есть план. Но пока мне нужно сделать одно маленькое дело. А ты возвращайся на квартиру и жди меня там, понял? Понял. Давай. На повестке дня только один вопрос. Что сделано для обеспечения безопасности выставки? И какие шаги предприняты для того, чтобы поймать членов банды? Разрешите? Слушаем вас внимательно. В своем расследовании я исходила из того, что раз преступники так долго и упорно гоняются за этой рукописью, то, скорее всего, в ней скрыт какой-то секретный шифр. Вопрос. Кто, кроме преступников и организатора, и заказчика, может знать этот секрет? Я думаю, что, несомненно, сам Иван Сергеевич Тургенев. Поэтому я решила изучить его письма, чтобы найти какую-то зацепку. Я обнаружила в одном из писем Тургенева, что у него действительно был какой-то оригинальный способ передачи за границу своей возлюбленной денег, вырученных от продажи поместья. Между прочим, достаточно большие деньги. Так вот, Иван Сергеевич сообщает, что сам способ должен быть описан в одном из писем. Понятно. Именно это письмо с описанием способа я в архиве и не обнаружила. А можно мороженое попробовать? Да, конечно. Скажи мне, почему ты со мной? Алис, мне очень хорошо с тобой. Ты со мной, потому что я тебе напоминаю женщину, с которой ты не можешь быть вместе. Она также смеялась, любила мороженое. Даже целовалась, как ты. Она умерла? Ты любишь ее? Люблю. А я люблю тебя. Ты знаешь, придет время, и я вас обязательно познакомлю. На всякий случай я запросила список людей в архиве, тех, кто брал эти письма на руки. С 46-го года было всего 98 человек. Ничего себе! И где же ты их искать будешь? Знаешь, уважаемый Гриша, большинство из этих людей сейчас можно найти только на кладбище. А из тех, кто остался жив-здоров и хорошо себя чувствует, всего 12. Опять же, из этого списка я сразу исключаю профессора Мальцева и нашего известного писателя Рассадина в силу их возраста и мировой известности. Большой вопрос у меня вызывает некий Борис Покровский, который в 1974 году, будучи студентом 4-го курса исторического факультета МГУ, брал эти письма на руки. А также Латунский. Это литературный критик, который в 1976 году, после того, как взял эти письма на руки, вскоре после этого написал заявление о предоставлении ему ПМЖ в Израиле. Вот так. Я думаю, что кто-то из них обязательно имеет отношение к нашему делу. Надеюсь, девушка послала вас надолго. Она поступит правильно, если не вернется вообще. Посмотрим. Какие новости? Я говорил с человеком, в чьих руках рукопись. Буквально завтра она сможет быть у вас. Нужно просто поделиться секретом. Ха. Это хитрая лиса Плюшар. Запомните, молодой человек, никогда и ни с кем я не буду делиться секретом, который я храню столько лет. Тем более с Плюшаром, который продаст вас раньше, чем вы это поймете. Рукопись мне нужна без всяких условий. Иначе вы всю жизнь будете пользоваться дублершей.
Лиз, прости меня. Прощаю. Все будет хорошо. Ин, скажи, а ты в архиве ночуешь, что ли? А почему тебя это интересует? Ну, взяли бы на вынос пачку писем, бутылочку шампанского, почитали бы где-нибудь на ночь глядя. Да нет, Гриш, я боюсь, что не получится. Там все письма в основном про любовь. Ты не поймешь. Извините. Нина! Нина! О, ты мне как раз нужен. Слушай, да. Ты можешь быстро через свои связи в Интерполе найти мне концы критика Латунского в Израиле? Да, израильское бюро. Понимаешь, что меня волнует? Посмотри. Последний раз он брал письма 26 октября 76 года, да? Якобы для написания монографии. А 27 октября, то есть на следующий день, он уже подал заявление, вот эта справка из Авира. О ПМЖ, о предоставлении ПМЖ в Израиле. Понимаешь, что это может быть? Ага. Ладно, давай все твои бумажки, я попробую помочь. Хорошо, ты как только узнаешь что-нибудь, сразу мне сигнализируй, ладно? А я в архив. Вот так. У вас что, день рождения? Нет, просто у меня очень хорошее настроение. Вы мне лучше скажите, вы помните студента Бориса Покровского, который в 74-м году работал с этими письмами? Конечно, конечно, помню, Ниночка. Боренька Покровский – умница, талантливый мальчик. Вы знаете, таких студентов сейчас нет. Mm-hmm. Между прочим, он мне помог навести порядок с архивом. Боренька проделал колоссальную работу с материалами, приходившими из зарубежных фондов. И, собственно, тем безукоризненным порядком, в котором сегодня находится литературное наследие Тургенева, мы обязаны Бореньке Покровскому. А что, в 74-м году архив Тургенева пополнялся? Вы помните, в начале 70-х, когда Брежнев начал ездить за границу, налаживать связи с Европой, к нам хлынул поток материалов от наших зарубежных соотечественников. Какие-то письма, записки, рукописи, личные вещи. А что касается Тургеневского фонда, то большая часть материалов приходила из Германии и Франции, где Иван Сергеевич подолгу жил. Вот Боренька и систематизировал эти материалы. То есть получается, что Борис Покровский брал из фондов неучтенные письма и рукописи Тургенева и формировал новую картотеку его переписки? Совершенно верно, Ниночка. А где сейчас бывший студент Борис Покровский? Не знаю. После окончания университета я хотел бы, чтобы он работал здесь со мной. У него были прекрасные перспективы для написания кандидатской, а то и даже докторской диссертации на том материале, который он изучил здесь. Но, к сожалению, он так и не пришел. Понятно. Ты с ума сошел? Извини, я очень спешил. Есть потрясающие новости. И у меня тоже. Но ты первый. Выкладывай. Ладно. Латунский спустя год после прибытия в Израиль в качестве туриста отбыл во Францию. В парижском отделении есть отметка о его прибытии. Но отметки о том, что он выбыл, нет. Израильская сторона подтвердила, что обратно он не возвращался. Ну что, вообще ничего не нашли? Ничего. Сейчас он значится как пропавший без вести. Никто из родных в полицию не обращался. Да и родственников у него нет. Такое ощущение, что человек просто исчез. Сначала пропадает студент Покровский. Теперь и критик Латунский, прочитав письма Тургенева, растворяется в воздухе. Как думаешь, совпадение? Для нас лучше не совпадение. Что ты имеешь в виду? А имею я в виду, что твои догадки в этом случае верны. И что в письмах есть какая-то тайна, и их исчезновение связано с попыткой эту тайну разгадать. И лицо, нанявшее банду четырех, как раз есть кто-то из этих двоих. Смелое предположение. И имеет право на жизнь.
Имеет, имеет. Но только у тебя нет доказательств. Разве нужны доказательства? Ладно, оставим эту тему. И все-таки я думаю, что разгадка проста. Я чувствую, что мы уже где-то близко. И есть ли еще кто-нибудь, кто может знать это? Мне, например, кажется, что есть еще третий человек. И кто же? Французские коллеги мне рассказывали об одном очень интересном человеке. Его зовут Ле Флер. Он так же, как и мы, интересуется Тургеневым. Он француз, но с русскими корнями. Отлично. Просто замечательно. Давай ты будешь копать этого Ле Флера, а мне тут нужно проверить одну информацию. Эй! А что ты хотела сказать? Потом расскажу. Давай копай Ле Флера. Ты. А я решил прогуляться. Ну, конечно, конечно. А потом перекусил. Ну, конечно, конечно. А дома у вас все такие одинаковые. И не сразу нашел. Да верю я тебе, Лиху, верю. Ты же мой друг. Ты же меня не можешь обмануть. Слушай, давай-ка лучше отдыхать. Завтра сложный день, вместе мы хороший. Завтра мы... заберем наконец-то Елену и уедем из этой дурацкой Москвы. А Плюшар согласится принести рукопись? Я думаю, согласится. Ты нашел этого с секретом? Он что? Он тоже. Не будет против. Все, отдыхай. Спиртные напитки. Какие спиртные напитки? Какие-какие, сам знаешь какие. Давай. Зря ты так, Федька. Я же для согреву, оно ж полезно, зоркость увеличит. На посту нельзя. Зоркость. Я... вот что думаю. Когда эти лихоимцы приедут, тут же смертоубийство будет. Надо что-то думать. А что тут думать? Драться будем? Драться. Драться – это дело нехитрое. Да предлагай что-нибудь конкретное. Я вот что подумал. Когда они понаедут на своих джипах с пистолетами, их надо как-то вот на живца взять, и подальше от деревни увезти. И кто будет этим живцом? Кто-кто? Конь в пальто. Я, конечно. А, ну это другое дело. А. Ну что, горе часовой, идем домой, совет держать будем. Я и спал!
Да, слушаю, Машенька. Алексей Дмитриевич, пришли из милиции. Из милиции? Какой-то срочный разговор. Ну, если срочный, пусть зайдут.